дышишь в конце? Не выдыхаю, вообще не хочу. Не дыши. Не буду, не дыши. Не имеет смысла, будет по-другому. Давай. Макс, ну еще 15 минут. Сейчас полетят из карты. Что делать? Гусы. Стекло? А, она понятна. Нет! Слабее, послабее. Послабее, Олег. Или как? Город не спустили. Кто там происходит? Середина одного века. Так, ну что, значит, вчера мы успели сделать вот такие палочки, которые понадобятся для оформления вкуса. Цветов. Ну, они делаются очень просто. Кончик палочка нагревается, и дальше просто оттягиваем цветов, да. Часть тепла. Ну, давайте начнем с чего-нибудь. Брось. А куда? Вы здесь? Прогреваю спицу. Да, на этом самом, на железном стержне специальный глиняный раствор. Я не знаю, из чего он состоит, но это глина с чем-то. В древности, судя по всему, тоже пользовались каким-то составом, потому что на многих бусинах внутри остается белый налет. Вот. Палочку стекла я также прогреваю достаточно долго, прежде чем ее прямо опустить в огонь. Сейчас можно наддать, но без фонарей. Внутри, внутри там до 1000. А тут что творится, блядь? А тут что делают? Варят медь. А, бодро. На самом деле это офигенно, конечно, выглядит в темноте. В темноте не видно, что делать, конечно. Сюда это будет только половина темно. Что там вообще? Что там вообще? Жевал разноцветных жевачек. Вот, тут еще деликатный момент. Вот, сейчас стекло я расплавленное все смотал. Мне хочется сильно потянуть, но этого ни в коем случае нельзя делать, потому что я тогда могу сорвать бусину со спицы, потому что как бы глина прокрутится. Да. Поэтому вот не зависит. Я тяну. Просто не тянуть, она очень горячая. Еще? Да, что же, что-то нам происходит. Там меха дают. Бусы делают. Бусы делают? Из стекла? Стеклянные бусы делают.
Нет, я потом смогу придать их. Нет, расплавить. Нет, давай. Люди нас услышали. Дорогие фотографы, буду вам очень признателен, если вы потом найдете нас в ВКонтакте, например. Да, называемся мы «Настоящее прошлое». И скинете. Это группа и человек. Ваши крошки фотографии. Человек и марафон. Я считаю, что мне достаточно. Ну, мы не уйдем. Кто ближе стоял, знал. Так, сейчас не вынимали. Пусть это надо мне будет добросить. Я потому что он прогорел. Так, аккуратненько, сейчас полетят угольки. Олег, не качай. Нет, есть способы качать, да, можно построить такую коромыслу, чтобы я качал ногой. Но на самом деле это очень сложно. Две педали возврат. Нет, педали одна, просто один. Подгружается сильнее возвратный механизм, это загрузка каким-то кирпичом, крипов. Один загружается сильнее, за счет этого всегда выдохнут, и второй всегда. И вот такой коромысл. Давай. Высокие, второй, вперед. А что делать там мелким? Давай, я так. Сторонки потом. Я сейчас добиваюсь того, чтобы пусть приобрела пластичность и пробую ее ножом, насколько она уже готова к тому, чтобы стать более крупной. Ведь часть ее даже начинает светиться. То есть мы свежим подбросили огня. Подбросили огня, да. Добавили жара за счет того, что добавили. И теперь она прям, видите, легко формируется, как пластилиновая. И она пошла в руках не тоже. Полегче, конечно, коллега. Thank you.
можно посмотреть, какая Я тоже хочу эту дочь, чтобы в тебе. О, ты же были уже.